девочка была одна более взрослая, в общем, они плакали, она обнимала, видимо, братика своего там, и их расстреляли прямо там же. А мама говорит, что не плачь, я иду с тобой, не плачь, иду с тобой. Все понимали уже, куда мы идем. Оля говорит, а нас, может быть, в Палестину вывезут? Мать говорит, о, конечно, было бы хорошо. Там типа... Я видела маму свою. Наверху, когда ее расстреляли. Началась паника, начали бить людей. Люди падали, понимаете, многие падали. Засыпали. И в последнюю очередь тоже стреляли. Следующие их насыпали. Она стала кричать на всю глотку, на всю улицу. Панечку полицай, до мене жиденята прибежали. Панечкой, значит, многие испражнялись, многие, это кровь была. Это было чудовищное, страшное зрелище. И я, хоть и ночь, но луна светила вовсю, и звезды. И я вдруг увидела, что полицай ходит вдоль этой ямы.